С 11 по 14 августа Брест стал своеобразной столицей для лучших сотрудников госавтоинспекции. В город над Бугом на 15-й юбилейный республиканский смотр и конкурс мастерства сотрудников дорожно-патрульной службы ГАИ МВД прибыли лучшие из лучших, победители областных соревнований из 6 областей страны и города Минска. Брест принимает такие соревнования уже второй раз. Традиционно в состязаниях участвуют и представители МВД Российской Федерации, Украины и Республики Молдова. Это уже 15-й, можно сказать, юбилейный конкурс профессионального мастерства. От каждого региона нашей республики самые лучшие представители дорожно-патрульной службы будут принимать участие в 9 дисциплинах. Кроме них еще у нас есть гости из России, Украины и Молдовы. Они традиционно, ежегодно также принимают участие в наших соревнованиях, а наши лучшие команды ездят в дальние зарубежья и точно так же принимают участие. Прежде всего показать свое мастерство. Поверьте мне, что сюда пришли лучшие из лучших, чтобы для участия в данном конкурсе. И думаю я, что не главное участие в конкурсе, главное участие в данном конкурсе. Для нас это большая честь. Смотр конкурс проходит уже в 15-й раз, и своей основной целью ставит совершенствование сотрудниками дорожно-патрульных служб умений и навыков предупреждения и пресечения правонарушений в сфере дорожного движения. Особая ценность проведения таких смотров заключается в том, что собираются здесь лучшие из лучших. Настоящие знатоки своего дела. Это хороший повод обменяться передовым опытом и улучшить сотрудничество между службами госавтоинспекции Беларуси, России, Украины и Молдовы. Для нас большая радость и большая честь принимать участие, в очередной раз принимать участие в смотре конкурса наших белорусских коллег. Служба наша единая, мы делаем одну задачу, мы боремся за безопасность на дорогах, за жизни людей. И, конечно же, у нас много общего, и мы хотели бы вместе пообщаться, посоревноваться, перенять у друг друга лучшее. Это прежде всего показать свое профессиональное мастерство, почерпнуть что-то новое, и чтобы сообща такими совместными усилиями мы все-таки вышли на такой правильный путь обеспечения безопасности дорожного движения, потому что это общая такая задача. И действительно почерпнуть что-то то новое, что возможно мы у себя будем воплощать, что-то увидим. Хотя я вам скажу, что впечатления очень такие яркие, четкая работа службы ДПС в Беларуси, четкость работы, четкость действий. И почему? Я думаю, что будет настоящее дело. Возложением цветов к вечному огню мемориала и минутой молчания почтили по традиции память защитников крепости. Отдавая честь по площади церемониалов, торжественным маршем прошли нынешние защитники Отечества. В программе смотра еще много мероприятий, среди которых ручное регулирование дорожного движения, демонстрация техники выполнения боевых приемов борьбы, огневая подготовка. Именно эти испытания и определят победителей 2013 года.